Итак, дорогие друзья, мы находимся на Горбушком дворе. Фирма Ситиком отказывается наладить аппаратуру и отказывается возвращать деньги. Мы пишем заявление и фиксируем. Продавец говорит о том, что они должны взять 3 дня на том, чтобы удостовериться, что камера исправна. Я говорю, что продавец нарушает действующее законодательство, и при отсутствии царапин, помех, видимых дефектов и внешней работоспособности камеры обязан вернуть покупателю деньги тут же, на месте. Продавец говорит нет. Мы это фиксируем. Сегодня 30 октября 2013 года. Товар был куплен. Года был также куплен переходное кольцо, дополнительная батарея, карточка, микрофон и объектив. Итого на нешуточную сумму. Значит, я в заявлении указываю, что прошу вас вернуть деньги согласно закону Российской Федерации в связи с тем, что при покупке я при свидетелях указал, что аппарат требуется для создания прямых интернет-трансляций. Наладить аппаратуру невозможно. Присутствие продавца. Прошу вернуть деньги незамедлительно. И 2 экземпляра, и передаете продавцу. Вы в курсе, что 2 бланка должно быть? У нас 2 бланка. Ну, копию как бы нужно сделать, но я напишу, если ксерокса нет, а вы мне печать ставите, что получено. Ну, один у вас, другой у вас. Ну, да, да, да. Включите время автоматическое. Здесь время автоматически выбирает, а там выбирает, где идет. Разница во времени, он сразу же выбирает, запрашивает. Это только вам тест. А у меня сети нет. Да, есть. У вас тоже МТС? Здесь есть. МТС плохо ловит. У нас
давайте работаем. Есть больше звезды? Да, что? Объектив на Nikon. Сколько на расстоянии 70-200? Сколько он вас может стоить? Скажем. Света сил 2,8 или 4? 74 900. 74 900. Это единственный вариант, который у вас есть. Вы имеете в виду вариант еще вам интересен не Ростест, который без никоновской гарантии? Mm-hmm. Нет. Дорогие друзья, поскольку время потрачено, трансляции сорваны и запускают покупатель на большой круг, то надзорный орган сможет только оштрафовать данную структуру. Поэтому это будет единственная возможная компенсация за потраченное время. Ну, это все единственное, что мы можем сделать согласно действующего законодательства. Сейчас эти два бланка передаются представителю продавца, на них ставится печать. Ну, аппаратуру мы забираем и ожидаем, когда позвонят по мобильному номеру, что скажут. Да, номер. А номер указан, да.
Вот скажите, вам продавцу нормально, комфортно? Нет, абсолютно комфортно. Вот, ну а вот как быть? Почему с руководством нету разговора? У нас множество таких случаев, но всегда берут паузу. Паузу берут? Да. Если нет технического заключения, как? Нет. Ну вы же убедили, что все работоспособно, без царапин там и так далее. Поверхностно. Нет, полностью. Вы же продавцы профессиональные, сертифицированный дилер. Вы же сертифицированный дилер. Итак, что мы делаем тогда? Я одно вам заявление оставляю. А можно вашу дату и роспись? Да, и все. Я тогда пошел, да? Да. Хорошо. Аппаратура тогда не оставляется, и мы фиксируем, что аппаратура остается у покупателя до принятия решения. Да, здесь же не указано, что вы нам. Да, да. Я вам расписки не давал. Да, все правильно, спасибо. И куда можно звонить, чтобы лишний раз не приезжать? Я вам визиточку давал. Давай, давали. Телефончик здесь лежит в магазине. Могу еще одну дать. А я приложу к заявлению. Ага. Вот, хорошо. То есть прям можно будет сказать, что по поводу камеры? Да. Какая потеря времени вообще? Вы 2 дня к нам ходили? Да. Сегодня третий. Сегодня третий день. Самое главное то, что сегодня трансляция, ну, должна быть и не аппаратуры, не трансляции. Соответственно, профпригодность моя на минусе, на полном. Ну и так далее. Можно выдернуть это правоту еще? Все, спасибо большое. Все, спасибо, счастливо. Если что, наберите тогда, пожалуйста. Вот такие приключения.